В истории о находке странной шкатулки в Золотых воротах можно поставить точку. Напомним, ЧП произошло в областном центре на прошлой неделе. Бдительные сотрудники обнаружили под лестницей в музее Золотых ворот шкатулку с записками, оставленную неизвестными, и сообщили об этом в полицию. На место незамедлительно выехали все оперативные службы. Тогда же выяснилось, что шкатулка никакой угрозы не представляет. Однако содержание записок сотрудники полиции временно разглашать не стали, чтобы как следует во всем разобраться. И вот, наконец, эта история подошла к финалу. Эти записки были указаниями, видимо, для участников какого-то квеста. Одна из записок вообще была исполнена чуть ли не в стихах, другая отправляла участников мероприятия, в другой город. Понятно, что действия вот организаторов этого городского квеста никак не подпадают под действия ни уголовного, ни даже кодекса об административных правонарушениях. Ну, естественно, забытый предмет как-то квалифицировать достаточно сложно. Но, скажем так, вот это происшествие, оно показало, что вот такое поведение, оно, наверное, грозит не только вот каким-то преследованием со стороны закона, но способна причинить много неприятностей окружающим. Прекрасно все помнят, как развивались тогда события. В городе, в самом центре, на достаточно продолжительное время, в час пик, было практически застопорено движение. В пресс-службе ОМВД напоминают, общественные места, тем более памятники исторического и культурного наследия вроде Золотых ворот, не место для игр. Организаторам городских квестов и прочих подобных мероприятий стоит быть более внимательными и осторожными при прокладывании новых маршрутов.